На Харьковщине за счет внедрения энергосберегающих технологий в прошлом году удалось сократить потребление энергоресурсов больше, чем на 10%, говорят областные чиновники. Свыше 100 миллионов гривен потратили на переход с газовых котлов на те, что работают на альтернативном топливе, и модернизацию котельных. Это были государственные субвенции. Вы знаете, 31 миллион был выделен, мы переснастили 23 котельны, заменили газ. Это были частные инвесторы. Вы знаете, что у нас есть в рамках помощи японская, значит, сторона нам поставила серьезный котел в Дергачевском районе, где мы гимназию сейчас отапливаем, пилетную линию сделала в Купинске. В обладминистрации говорят, для внедрения энергосберегающих технологий активно работают над привлечением инвестиций в регион. В частности, за счет средств инвесторов на Харьковщине до начала отопительного периода заменят полсотни газовых котлов на альтернативные. На это планируют потратить больше 100 миллионов гривен. Кроме того, за счет инвесторов в Купинске построят несколько мини-ТЭЦ. Подписан уже меморандум о строительстве двух мини-ТЭЦ. Это 12 мегаватт мощности с привлечением донорских денег европейских. Такой проект в случае его реализации может мультиплицироваться на все районы. Таких проектов создано 47, и думаю, что после того, как мы этот пилотный проект реализуем и выйдем на районы, мы получим гораздо больший эффект, чем который существует сейчас. Кроме того, на реализацию проектов по энергоэффективности больше 150 миллионов гривен выделил Фонд регионального развития. Однако реализовать удалось всего 3 на 22 миллиона гривен. До 15 августа районы и города должны подать на рассмотрение проекты, которые могут быть реализованы за год. Однако не все районы спешат с подачей документов. Для использования средств регионального развития 16 районов области готовятся к подаче 25 проектов на общую сумму 78 миллионов гривен. Такие районы, как Шевченко, Близняковский, Изюмский, Богодуховский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Золочевский, Коломотский, Краснокутский, Печенежский и Чугуевский недостаточно внимания уделили, и на сегодняшний день на комиссию не подан ни один проект. Перечень районы, которые не подали ни одного проекта на живые деньги, которые будут выделяться в 2016 году, я уже не говорю о 2015, уже прозевали многие совсем. У нас заканчивается прием документов, это конкретные проекты на 2016 год, где будут выделяться 250 миллионов Харьковской области из фонда регионального развития. И просто непонятная ситуация. Вот смотрю, 0. Чиновники пообещали продлить срок подачи проектов до 20 августа. В обладминистрации также сообщили, что в сфере повышения энергоэффективности в промышленности Харьковская область вошла в десятку лучших в Украине. Виктория Тряник, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».